Всем привет, ребята, вы на канале Глеб. И сегодня мы продолжаем играть в Fall Guys. Этой игры давно не было на канале, и вообще я в нее не играл, поэтому появились новые раунды, новые всякие штучки. Именно сегодня мы их попробуем. Вот, например, Obsidian Peak. Вы знаете такое испытание? Я, например, первый раз его вижу. Это новое испытание в Fall Guys. Я думаю, что старые тоже будут, но сейчас именно у нас новое. Так, я в первом ряду стартую. Будет сложно, потому что я не знаю, где. Как? Oh, no. Да. Давно я не играл в Fall Guys, так что я думаю, что будут всякие ошибки. Да. Ошибки. Опа-на. Ну что? Это было слишком сложно. Что? Как пройти этот уровень? Друзья! Кто? Я понятно. Я понял. Так, кто-то уже пришел? Да, конечно. Ага, логично. Ну, логично. Да, я прошел! Этот, как бы эту часть уровня. Прыгаем. Здесь много вот этих плит, которые как бы в хрупком полу, например. Это довольно странно, но и мы проходим. Несмотря на большое количество ошибок, мы все-таки проходим во второй раунд. Ну и... В общем-то, его ждем. 24 человека у нас проходит. Ну и... Я понял. Второе испытание. Это у нас моя нелюбимая охота. Поэтому здесь пройти будет реально... Очень сложно, ну, хотя это испытание уже как бы очень давно появилось, когда я начал играть в Fall Guys, это уже было. Сразу бежим за этим кольцом, прыгаем в него. 10 колец! Сколько? Так, 2. 2 есть. Ага. Да. Ну что? Как вообще этот раунд пройти? Это невозможно. Так, все здесь ждут золотого кольца. Вот оно. Я его даже не взял! Что? У меня всего 2 кольца. Я не удивлюсь, если сейчас люди начнут просто проходить. Ну, 3 кольца, но это и так очень... Очень, друзья, мало. Сейчас здесь появится золотое. Должно появиться золотое. И я просто... Вся моя надежда на золотое вот здесь кольцо. Потому что если оно здесь не появится, то я проиграл. О, давай, появляйся. У меня такое ощущение, что если я иду, то оно появится. И оно, кстати, не золотое. Вообще, зачем я ждал? Конечно, хотелось бы... Золотое забрать. Сейчас ждем кольца здесь. Есть. Опаньки. Ау! Его сейчас возьмут. Ну что? Почему все кольца разбирают? Так. Вот оно. Что?
Как я не попал? Кто взял? Не я. Ну, конечно. Ведь это всегда так работает. А, ну логично, конечно. А, ну супер, да я даже не пришел. Вы мне скажите, как возможно этот уровень проходить? Это просто невозможно. Ладно, мы проверили нокаут. Это называлось нокаут, если что. Ну и никакого отличия от обычного соло я не вижу. Давайте попробуем теперь, например, это во все это я играл, давайте вот в это попробуем. Что такое Explore? Ага, это 10 игроков, скорее всего, будет просто финал и все. И с финалом будет... А, нет, финалом, по-моему, не бывает охота, насколько я помню. А, это вообще что-то другое. А, стоп! Explore — это сделаны игроками левелы, наверное. Наверное, кто знает, пишите. Конечно же, в комментариях я буду рад почитать. Но вообще главное пройти этот уровень, и все тогда будет хорошо. Ага. Я даже по такому огромнейшему молотку не могу попасть. Ура! Я всего лишь сделал пятерное сальто. Ура, я радостный. Ага. Апельсин! Ага. Я сделал много переворотов. И у меня получилось. Ага. Нас выбросили. Эй, это вообще просто так красиво. Так реально красиво смотрится. Ага, ну ладно. Трум. Так, тут не детские качели. Бежим, 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 бежим. Главное, чтобы нас... не сбила бревном. Пробегаем. Какой же долгий этот уровень, реально. Друзья, он реально очень долгий. Оно нормально. Как вообще это пройти? Он слишком сложный и долгий. Он не очень, может, сложный, но он просто такой долгий, что реально... Ну, давай. Ага, логично. Что? То есть там нет чекпоинта? А, меня спихнули. Хотя у меня есть идея, знаете. Что, друзья? А, нет, это не крутая идея. Это была бесполезная идея. Да что это за уровень? Как? Это я не умею играть в Fall Guys, потому что давно не играл? Или что? Ребят, напишите в комментариях. Это выглядит реально легко. Но по факту это такое сложное. Да ну. Как можно было разучиться играть в Fall Guys просто вот так? Гений! Я! Гений! Давайте спихнем. Ну, мы вместе упали, но мне вообще все равно, потому что я все равно уже не пройду этого уровня. Хоба. О. Топ. Есть. Собираем. Так. Хуба! Хуба! О, ноу! О, ноу! Да как это сделать, друзья? Нет! Интересно, я первый бегу или последний?
Скорее всего, последний, но может... Может... Это просто... Нет, ладно, друзья. Я просто включаю и надеюсь на удачу. Да! Надо было надеяться на удачу. И просто прыгнуть. Я прошел! Комплит! Очень круто. Да. Выходим. И я прошел. Плюс 500 очков. Нормально. А давайте экипируем. Я еще и выиграл корону. Мне кажется, вот корону выиграть становится все легче и легче. Реально. Не знаю, как вы считаете, пишите свое мнение в комментариях. Но я считаю, что раньше выиграть корону это было очень сложной такой задачей. А сейчас просто пройти вот такой уровень, неважно каким, и получить корону. Изи. Раньше, мне кажется, когда было труднее получить корону, все-таки было интереснее, потому что, ну, как бы была вот мотивация именно максимально стараться. А здесь идешь себе. Не знаю, пишите свое мнение в комментарии. Я лично считаю, что Fall Guys стал не таким последнее время. Оу, почти схватился. Ю-ху. Это не просто, друзья. Но у меня есть идея, как это сделать. Вот так. Вот так, друзья. Вот это лучшая идея. Смотрите. Вот просто вот так. Я сейчас ничего не сжимаю, он сам идет. Я не знаю почему. Да, он все время идет. И вот так вот просто изи проходим. Правда, последнее. А вот тут можно, конечно, пробежать. И каждый бы так сделал. Кроме меня. Потому что я просто вот так. Опа! Прошел! Я просто прошел. Прошел. И я здесь иду. Ага, меня сбили. Понятно. Меня всего лишь... Ага. Как-то слишком быстро ты грузишься? А нет. Это я слишком странно думаю. Так, ребята. Лучше попробовать здесь пройти. Так будет... Лучше, потому что... Вот так. Хоп. Что? Это я так не умею играть в Fall Guys? Или что случилось? Реально. Сложно, друзья. Как бы вроде и легко. Но... Как пройти? Я уже какой раз прохожу это вообще? Да! Нет! Нет! У меня почти получилось. Почти получилось пройти этот невозможный уровень. Да! Получилось! Ура! Я сделал это, чекпоинт! Я сделал это! Опа-на! Это было прям ускорение. Как профессионал настоящий я это сделал. Случайно, правда, но какая разница? Ну-ну-ну! Нет. А, окей, все норм. Хоба. Сюда. Да, иди! Не туда, а сюда. Понимаешь, персонаж? Не надо туда идти. Так,
Сейчас. Он такой большой и так странно отпихивает. Да неужели я не пройду просто на самом конце? Сколько у меня вообще времени? Если бесконечность, то это слишком легкая корона. Поэтому я думаю, что нет. Да как это сделать? Давайте попробуем здесь. Что? То есть так легко? Так легко? Я пробовал там какие-то вентиляторы вообще пробовать, если что. Я просто зажал вперед и вот ничего не делал. Просто вот так. Ну там раз подпрыгнуть надо было и все. Просто вот так. И снова 500 получил, несмотря на то, что я это мега долго проходил. Реально, ребята, Fall Guys изменился и сейчас гораздо легче играть. Ну а на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я желаю всем удачи. Всем пока!